Всем привет! Сегодня я захватываю Машин канал и по вашим просьбам проведу обзор канцелярии, которая продается уже к 1 сентября. Так, магазины уже все полные канцелярии, все обновочки уже на прилавках, людей мало, все лежит на местах, все очень красивенько, поэтому идемте, я сейчас вам все покажу. Посмотрите, как все аккуратненько лежит, все по цветам, цветная бумага по цветам, все по цветам. Просто глаз радуется. Так, обложечки, папочки и разные подставочки. Цветная бумага, картон, разные всякие штучечки. Причем бумага есть разных цветов, как яркая, кислотная. Из необычного сейчас вам покажу вот такую вот цветную бумагу. Смотрите, каждый лист с разными рисуночками, кружочки, разные тематические полосочки, новогодние. Такие вот узорчики, такие вот. Очень классная цветная бумага, это из новенького, то, что я нашла. И сейчас я вам покажу все новое, что я найду. Из необычного я еще не видела вот такую флуоресцентную бумагу. Смотрите, какая она яркая, я не знаю, камера передает или нет, но аж глаза болят от этого цвета. Тоже вот новиночка. Тетрадки на разный вкус, на разный цвет, однотонные, крафтовые. Короче, разные. И тут смотрите, какой огромный стенд, тоже с разными тетрадями, в клеточку, в линеечку, в косую линеечку, тоненькие, толстенькие, яркие, с рисунками, без рисунков, в общем, класс. В этом году онлайн заканчивается, и все выходят в школу, поэтому вам не обойтись без вот этого. Контурные карты, атласы по географии, по истории. Когда учеба была онлайн, все, я так понимаю, это все забросили, и никто ничего не делал из домашнего задания по контурным картам. А теперь пока есть контурные карты всех классов, все бегом в эпицентр. Недавно смотрели Мавку, очень классный мультик. И тут вот тематические есть тетради, краски. Все с Мавкой. Я не знаю, вообще кто-то пользуется еще дневниками или нет. Если да, то тут огромный выбор разных классных дневничков. Очень классные. И вот такие вот вкусненькие, и вот такие вот однотонные, с рисунками, без рисунков. Дел с ручками тоже радует глаз. Посмотрите, как они все расставлены. Все по цветам, все аккуратненько, каждый в своей ячеечке. Вот все, что нужно. Вот прямо если вы ищете какие-то конкретные или любите конкретные какие-то ручки, то вам сюда. Смотрите, какой огромный выбор, и все стоит на местах, все ровненько, все красивенько. Вот какие-то необычные яркие ручки разных цветов, целый наборчик. Кстати, Маша уже получила паспорт, и у нее нет обложечки для паспорта. Сейчас вот такой у нее ID-карточка. Что бы ей такого предложить? Очень большой выбор. Мы еще, как всегда, ничего не выбрали. Вот вы посмотрите и посоветуйте, какую обложечку взять для паспорта. Как всегда, радуют ластики. Такие вот кукурузки. Мороженка. Там какой-то такой непонятный ластик, который состоит из много ластиков. Я так понимаю, можно вот этот краешку менять и пользоваться тем, который одет на краю. Потом вот это Машины любимые черненькие и беленькие ластик. В этом году они тоже есть. Обычные. Вот такой вот ластик какой-то, я не знаю, кто это. Такой наборчик. Да я даже не понимаю, кто это. Придумайте имя или название вот этому ластику волосатому. Вот такой вот огромный выбор карандашей автоматических и обычных карандашей. Тоже очень большой выбор. И блестящие, и пастельные, и просто какие-то классические, и деревянные, и какие-то точечки, черточки, полосочки. Вот эти, кстати, красивые. Вот есть карандаши с таблицей умножения и с разными формулами. Они очень, кстати, быстро пропадают, поэтому, если придете, первые
успеете взять себе с разными формулами и с разными подсказочками. Вот еще в наборе есть таблица умножения. А вот эти вот карандаши, это личная рекомендация, очень классные. Марка. Твердые, полутвердые. 2B, HB. И тут вот набор с разной твердостью, мягкостью. И, как всегда, автоматические точилки. Вот такое вот яблочко. Просто точилочка. Это какая-то космическая. И вот тут, я смотрю, появилось в этом году что-то новое. Это, смотрите, прозрачная точилка. Прозрачная автоматическая точилка. Вы будете точить карандаш и смотреть, как происходит весь процесс заточки. Вот это очень классно. Прямо супер. Я бы взяла. Стоит 258 гривен. Кстати, недорого. Очень классная. Я в шоке. И куда же без таких ластиков? Эти ластики, наверное, побеждают в номинации самые необычные ластики. И это еще не все. Есть еще вот такой вот наборчик. И ластики вот такие вот длинные колбаски, которые можно разрезать, и будет один такой черепок, а второй пиратик. А на самом деле смотришь, вроде бы длинный обычный ластик. А нет, это не обычный ластик. Оп! Линеечки, транспортирчики, уголочки. Тоже все есть. И клей тоже карандаш, канцелярский. Есть даже вот такие вот необычные чудики. Вот они. И вот такие вот необычные зиби-арбузики и фруктики. Необычный скотч. Первый раз вижу такой скотч в этом году. В клеточку, в кружочки. Патриотический. Вот такие вот наборы глиттерных, разноцветных ручек. Тоже очень огромный выбор. И ваша любимая темка, и моя любимая темка, и Машина. Это вот такие вот необычные ручки. В этом отделе можно гулять, не знаю, неделю. Смотрите, ручка вязаная. Со всякими штучками. Вот такие вот. Вот такие вот. Всякие чудики. Пушистенькие. С камушками. Такие вот ручки. Волосатики. Вот такая вот ручка. Земля. Авокадики, разные фламинго, хрусталики, не знаю, кто такие, олени какие-то. И вот такие вот огромный-огромный выбор кактусы. А это вот ручки на много разных цветов. В общем, на любой вкус и цвет, в прямом смысле слова. Ну и как же вот без таких необычных ручек? Я, правда, не знаю, что с этой ручкой делать. Но вот такие вот ручки. Их уже почти нету. Это ручки, которыми можно драться на уроках. И вот я наконец-то разобралась с этой ручкой. У этого космонавта сзади вот такой, я не знаю, рюкзак. На него нажимаешь. И все. Вот такие вот чудеса. Разные-преразные блокнотики. Тоже на разную тематику. Есть более нейтральные, более веселенькие. Разные вот цветочки, с разными котиками. В общем, огромный-огромный выбор. Ну и, как всегда, рюкзаков тоже очень-очень много. Разные, всякие разные, даже вот с банданой какой-то рюкзак. Темненькие, светленькие, большие, маленькие. Вот, кстати, прикольный эрор. Для любителей монохрома черно-белого есть вот такие вот красивые разные штучки, черно-белые разные папочки, держатели, ножнички, лупы, карандашики. Вот, очень классно. Мы, кстати, искали как-то один год черно-белое, и очень всего мало было, а сейчас прямо целый отдел есть. Так, и вот из карандашей самые необычные я нашла вот такие вот огромные карандаши, правда, пользоваться ими не получится, разве что как подушками. Вот я вам быстренько
провела обзор канцелярии. Надеюсь, вам понравилось. И всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. И следующее видео обязательно снимет Маша.